Фух, так, ребята, приехали. Вот это вот суши-роллы 1500. Разные всякие. А тут нету, чтобы картинку показать. Салфетки дали. А ну-ка. Сейчас. Еще 200. У нас... большой, большой, 70 штук, 24, где большой, а вот, а это 99, сотня, а 70, где, 40 штук, 40 штук, 40, а 70 нету. В общем, 1500, 70 роллов. Вот, чтобы вы знали, 40 лоров, 40 штук, 1060, 1280, вот, 100 штук, 210. Вот у нас, а вот, даже 40 штук, 1580 есть. Ага. В общем, по желтому ценнику мы брали. Скидка. По скидке. Нету здесь его в этом. Новое меню. Оно, может, в новом меню? Нету. Нету. И здесь нету. Нету. Ну, ладно. Палочки. Васаби отдельно по 8 рублей. Васаби и имбирь маринованный отдельно. Не знаю, почем имбирь. У нас есть имбирь. Вот. А васаби мы купили 8 рублей. Вот такая штучка. Соевый соус бесплатно. 4 соевых соуса. Так, ладно. Вот, покажу вам, что купили. Так, это кока-колу взяли. Настоящую кока-колу принципиально не брали. Да и дорого. Нафиг она надо? Вот, не хуже. А то и лучше. Так. Вот здесь. Это мы в Кирове взяли. Лешек мне дал денежку на кофе. Вот такой кофе взяла. Не стала брать супер дорогой. Вот этот вот. Что, Лёшка? Ничего. Вот этот вот, сейчас скажу. А у меня два чека, один где-то там. В общем, 800 рублей, 779 рублей. Вот. Хлебушек, дай покажу. Хлебушек, 15 рублей вот такой, да? Да? А, это красная цена. Это вот, ну, как социальный. Это бренд Пятерочки. 380 граммов, 15 рублей. Нормально? Нормально. Да. Лилюша пришла моя, да? Так, вот, кофе. 779,99. Вот. Еще и скидка. Получается 701, 702 рубля. Вот этот килограмм. Ну, я здесь штучка вот эта вот... Я понюхала, нормально так вот пахнет, нормально. Вот. Не зарабатываем мы пока на хороший кофе, прям такой. Да, Пятерочки нет, там был Якобс, ну что-то я посмотрела, тоже 800 рублей, но там 800 граммов. Хотя можно было бы взять, ну да ладно. Ой, только до 1 июня получите мороженое за 1 рубль. Ух ты! На два вида продукции чистая линия. Пломбир единорожка и сорбет кактус. Ух ты! Ой, купон действует. А до какого числа? А, ну до 1 же. Ой, я оставлю. Получу мороженое. Ура! Получу мороженое. Так, а что здесь еще у меня? Так, что я взяла?
бутылка моя. Взяла морковку. Гляньте, какая морковка. Я такую люблю. Я прям такую люблю. Мой размер. Классная. Не надо вот с этой, да? Чистишь, чистишь. А тут почистил одну. И у тебя осталось еще на второй раз. Классно. Да. Так, морковка по 44 рубля. 44 рубля. Так, и масло. Масло взяла. Масло. Вот это мое любимое масло. 119 рублей. 120, наверное. Так, масло у меня... да, 119,99. А, еще скидка на него 10%. 100 рублей. 99,99 масло. Нормально. И купила себе марципан вот такой. Видела недавно Руги, я покупала для себя. Я тоже люблю марципанчик вот такой вот. По кусочку буду себе тоже резать. Класс. Я такое люблю. Стоит, знаете, сколько? Она у меня в другом чеке. А я его взяла, другой чек. Так, а ну-ка. Это магнит. Это магнит. Не, не взяла, наверное. Так, я не помню, сколько стоит. Масло взяли. Не, я не взяла. А, вот он, вот. Взяла, взяла. Потому что вот это я покупала за наличные. Лёшек мне дал 1000 на кофе. Морковку я купила и кофе за наличные. А вот это все по карточке у меня. А, 120. Масло. Вот это вот рафинированное 100 рублей. 99,99. Вот. А это масло 119,80. 119,80. Напутала. Так, батончик марципан. 140 рублей. И, ну, еще скидка 126 рублей. Так, и чеснок. Чеснок мы купили, потому что чеснок у нас закончился. Так, чеснок. О, 390 рублей. 389,99. И скидка 39 рублей. Итого 350 рублей. На 61 рубль вот чеснока. 175 граммов. Так вот. Все, да? Масло. Вот это все. Так, это то, что в пятерочке было. То, что было в пятерочке. Чесночок. Так, и в магните. В магните мы купили сладкий стол. Шоколадница для Лешика. Вот, классическая, без... сколько граммов? 240 граммов. Без скидки. Шоколадница 140 рублей. 140 рублей. А мы ее покупали по скидке точно по такой же цене. Да. Так, и профитроли. Профитроли. Вот такие вот. Профитроли 184 рубля по скидке. По желтому ценнику. Сколько здесь? Сколько здесь? 350 граммов. Ну, они легкие. Такие вот. Крем пломбирный. Так, профитроли, тортик. На рынке, так, это Лешику прикормку купили, 215 рублей для рыбки. Ну, ее, так, на рынке, так, 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 купили огурчики по 140 рублей. 140 рублей огурчики. Так, помидорчики. 220 рублей. Такие вот розовые, такие вот большие. Мелкие были, ну, такие средненькие по 250, а крупные по 220. Вот. Ну, понятное дело, взяли подешевле. И покрупнее. Ну, ладно. И
вот эти вот нектаринчики плоские такие, знаете, Лёшек их любит. Да и я тоже люблю. Вот. Да и я люблю. Ну, в первую очередь покупаем для Лёшика, потому что Лёшек их любит прям. Так, по 280 рублей. У нас мы были на рынке, вот я вам показывала, мы купили там 6 штучек, такие, зеленцой, по 450 рублей. Откуда такая разница? Я не понимаю. 280 в Кирове и в Бетлице 450. Ну капец какой-то. В общем, сказала, да, огурцы 140, помидоры 220 и 280 вот эти вот персики плоские. Все, ребята, вот такие вот у нас покупочки. Такие вот покупочки. Фух. Я немножко волновалась перед тем, как ехали. Немножко волновалась. Но потом, когда мы поехали уже, когда я села за руль, знаете, вот как, чего-то боишься, а когда начинаешь делать, успокаиваешься, и все проходит нормально. Вот так и я тоже. Только поехала, и все, я успокоилась, и, в общем-то, и по городу проехала нормально. Обратно ехали, у меня получилась немножко запинка, потому что работал трактор, то ли подметал, то ли чистил там грейдер обочину. Мне надо было его обогнать, шла встречная машина. Может быть, я и успела бы обогнать, но я не стала рисковать. Вот. И я немножко запнулась, пристроилась за этим трактором, и потихоньку. Еще ты моя хочешь, еще моя хотела. Ничего тебе нету, Лиля, ничего нету. Потом, вот, и вот пропустила эту машину, потом подождала, пока подъедет, еще за ней ехала одна. И только потом стала обгонять, и самый нетерпеливый стал меня обгонять. Вот зачем так делать, а? Вы видите знак, восклицательный знак стоит на машине. Человек еще в себе неуверенный. Ну, понимаете, вот я уже выехала обгонять, и он прям по этой обочине меня попер обгонять. Ну, а если бы я взяла немножко, если бы я не вписалась вот так и взяла немножко вот левее, и что? Вот куда торопятся люди, куда? Белая машина за мной ехала. Наверное, человек понял просто. Подождал, пока я обгоню. Вот, потом только там дальше обогнал меня. Вот, потому что я же быстро не езжу. 70. Больше не хочу пока. Вот. Ну, вот так вот. Ну, а в общем-то нормально. Вот. Ну, немножко запнулась, потому что не уверен. Как говорят, не уверен, не обгоняет, да? Вот и я так. Лучше подожду. Так. Все. Чего ты там, Лизка, гавкаешь? Все, на этом все. Сейчас будем обедать. Супа у нас нет, надо суп варить. Но это уже завтра, наверное. Завтра. Работы много. Косить надо. Завтра, наверное, Лешика пошлю сюда косить. Понакрываю ведрами, что там ему обкашивать. В палисаднике, потому что мама дорогая, капец, тут заросли, вот, ну ничего, покосим, вот, а мне завтра надо готовить суп, что-то Лешику надо испечь, потому что вот покупать 140 рублей, 240 граммов, ну куда это, надо что-то испечь. Видела, там Рома испек печенье, вот как тающий снег, только на растительном масле. Может быть, попробую. Рома, канал «Дом в садовом переулке». У него много рецептиков таких классных. И котлетки мне у него понравились. Вот. С сыром внутри. С сыром Хохланд. Тоже надо будет попробовать. Но у нас еще есть пока котлеты. Вот, так что так. Такая вот была поездка. Я осталась довольна.
мне понравилось. Да. Я думала, что будет страшно по Кирову ездить. Но нормально. Ай, молодец я. Ну, кто же меня еще похвалит, если не я сама, да? Не, и Лешек похвалил. Да. Лешек хотел мне купить цветы сегодня. Но говорю, да не надо цветов. Вон роллы. Не надо. Зачем? Не надо. Вон всего сколько накупили. Так что так вот. Ладненько. Все, сейчас раздеваемся. На улице жара, но у нас здесь прохладненько в доме. Ой. Вчера рано улеглась спать. Вчера выходной был. И вечером, а мы вчера были в бане. В субботу не смогли пойти, потому что очень уж устали в субботу. А вчера пошли в баню. Девчат помыли, сами помылись. Вот. И пришла вечером, села, думаю, посмотрю свое кино. Смотрю сейчас Эртугрула. Это вот хочу посмотреть вот турецкий сериал тоже. Хочу посмотреть историю османов с самого начала. Вот, начиная с Эртугрула, потом основание осман. Вот. Интересно мне. Интересно. И я вчера села посмотреть, немножко посмотрела, и что-то так меня это расколбасило. И думаю, пойду я спать. И вчера рано уснула. Еще 11 не было. Уснула рано. Выспалась, хорошо спала. Может, потому что рано? А может, потому что устала? Уснула сразу и спала хорошо. Вот. Лиля разбудила. Без 27 разбудила на улицу. Да, Лилюшка? Чистая моя девочка. Чистая, чистая такая. Да, мама выкупала. Все, все, да. Еще надо гладить, да. Все ты, ну иди поцелуемся, иди поцелуемся. Моя сладкая, иди поцелуемся, иди моя. Ай, радости сколько. Ай, любишь ты внимание, да, любишь внимание, страшно любишь, да. Чтоб только тебе, да, чтоб только тебе было, да. Алиска на улице. Да, да, моя. Да, да. Ладно, все. Все. Ладно, ребята, на этом все, наверное. Не знаю, сейчас Лешка, может, еще сниму. Что он там? Где он там? Где он там? На улице где-то. Искусали все ноги мои комары. То ли, не, не комары, какие-то вошки-бложки. Все чешется. Комары меня не особо так грызут, докучают. А вот какие-то мошки прям, да. Ну что, Лешик, будем разбирать и обедать, всё, да? Давай, да, разбирай. Ну ладно, разбираем. Шоколадницу, конечно. Может, салатик сделать, не хочешь? Не, куда? Куда? Вот, что, порезать просто? Не надо вообще. Ты хочешь как? Салат? О, без овощей? Ну, делай. Не, ну хочешь, я порежу. Порежь. Баба с воза кобыли легче. Порежу так, в прикуску. Фух. Ай, не. То куда ты положил? Не. Это в холодильник. Это ж профитроли. А не с кремом. Понял. И в холодильник. А Лешек в кладовку уже. И туда подальше. Ты думала, это печеньки? Лешек знаки подает. Это куда? Так, это в кладовку. Это тоже в кладовку? Чеснок, да, ладно, все, поднимаюсь я. А то я никак не поднимусь.
кладовку? В кладовку, кофе в кладовку. Вот я еще купила себе такую конфету кофе, Леш. Ну, купила я. Купила. Тебе дать потом попробовать? Да? Ну ладно. Не там, а то понравится тебе, потом подсядешь. Да. Это туда. Все, пошла. Полный, давай. Не, зачем полный? Ты что? Я столько не выпью полный. В общем, ребята, вот смотрите. Столько. Что здесь? 70 штук? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, хватит, хватит. Интересно посчитать. Ну ладно. Ладно, и так много, да? Да. Не, ну просто что написано, 70 штук, но я не вижу, что тут 70 штук. Неужели и правда? 24. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Да нет, есть, наверное, есть, да. Есть, просто есть. Кажется так мало. Мало, потому что суши. Ладненько, все. Нас с праздником. И да. Мы садимся праздновать. Да. Да. Все. Всем приятного аппетита, кто будет праздновать. Кто будет обедать, не праздновать. А, не, ну кто может будет праздновать вместе с нами наш праздник. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо.